1883 Фридрих Ницше сказал, что Бог умер. А в 1900 Бог сказал, что умер Ницше. Но главное, что делают экзистенциалисты, они дарят миру ощущение абсурдности, тщетности всего сущего, бессмысленности воздуха и воды, огня, земли, чувств, слов, человеческих попыток, тщетности всего, что мы привыкли считать нужным и неизбежным. Люди и вещи нас окружают, и те, и эти терзают глаз. Лучше быть в темноте. Я сижу на скамье в парке, глядя во след проходящей семье. Мне опротивил свет. Это январь, зима, согласно календарю. Когда опротивеет тьма, тогда я заговорю. Кровь моя холодна, холод ее людей, реки промерзшие до дна. Я не люблю людей. Вы любите синема? Сейчас говорят, синема и туаль идет какой-то... Какой-то замечательный фильм. Да, бывает интересно. Да. Может быть, сходим? У вас же бывают выходные дни. Я свободна по понедельникам. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. У меня есть чемодан в Берлине. И поэтому мне обязательно нужно в Берлин в следующий раз. Были женаты четверть века и были бездетны. Он не хотел детей. Они были лишь помехой для воплощения его страстной, изнурительной. Блаженной мечты, да. Которую он болел с тех пор, как себя помнит, да. За мечту. Да. В своих мечтах он переносился в Тенерифе, окрестности Аратавы, где обитает диковинная разновидность капустницы. Он переносился на тот другой остров, где под железнодорожным скатом в сосновых лесах обитает дикий корсиканский махаон. Скажи, зачем узор такой был даден? Тебе всего лишь на день, чья амальгама впрок хранит пространство. А ты лишаешь шанса столь краткий срок попасть в сачок, затрепетать в ладони в момент погони, пленить зрачок. Каждый перед Богом на жалоб на любовь. В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог. Ибо вечность богам, бренность удел дымов. Богово станет нам сумерками богов. Юродствуй, воруй, молись, будь одинок, как перст, словно бы хлыст вечен богам крест. Смерть не скелет кошмарный, с темной косою в росе. Смерть — это тот кустарник, в котором стоим мы все. Это не марш похоронный, а также не черный бант. Смерть — это крик вороний, черный, на красный бант. Я очень многому сегодня научился. У этой танцующей девочки. И нам надо многому научиться. Девочка начала танцевать, потому что она еще не может любить. Вот так и нам нужно научиться танцевать. Чтобы превратить желание плотской любви в музыку, а чувственность в молитву. И тогда я не буду повторять бессмысленно то, что уже было. Я Денис. Мне 25 лет. Я хочу стать на этом. Да. Я Глеб. Мне практически 27. Я тоже хочу встать на этот путь. Я слушаю, мне больше, чем 27. Я хочу встать на этот путь. Я Варвара, мне 25. Я тоже хочу встать на этот путь. Я Илья, мне 20 лет. И я хочу встать на этот путь. Я Света, мне 20.